Привет! Сегодня мы с вами разбираем вот эту цыганскую бензопилу. В прошлый раз я покупал цыганочку, да, вот такую, и остался ей доволен. За те две там с чем-то, с небольшим совсем тысячи, она то, что мне нужно, она распилила. И в этот раз проходили наши благодетели здесь мимо, и я купил у них вторую. Вторую с целью показать вам, как, ну, как ее можно чуть-чуть довести до ума. Хотя я сам не особый специалист по этим пилам, да, но нашел я одну неисправность. Не неисправность, а один конструктивный недостаток, про который я вам и покажу. То есть вот сейчас мы ее с вами разберем, посмотрим, что там внутри. Это вообще как бы полезно немножко разобрать это устройство и посмотреть, что там так, а что там неправильно. Чем мы сейчас с вами и занимаемся. Так. Секундочку. Со времени отопительного сезона прошло достаточно времени, и я немножко подзабыл, как все это делается, честно говоря. Так, а вот почему была цепь натянута, а теперь она не натянута? Это очень интересно. А, она соскочила с этого. Со стопора натяжного. Ну, в данном случае нам это даже удобно. Мы спокойно снимем цепочку. И спокойно снимем шину. Так, а чем она натягивается? Она натягивается, оказывается, просто прижимкой. А вот это вот, а эта штука для подачи масла. Вот это вот. Так, посмотрим, что тут дальше нужно разобрать. Дальше нужно снять вот эту вот штуку. А для того, чтобы ее снять, видимо, придется открутить вот эти штуковины. Секундочку, сбегаю за необходимыми отвертками. Взял отверточки. Что главное в разборке таких устройств? Главное две штуки. Два момента. Не бояться. И второе, не потерять запчасти. В принципе, все остальное вопрос решаемый. И не торопиться. Не получается взять правильный инструментик. Еще какие-то моменты. Не спешить. Не спешить. И все получится. Ручка, как видите, снимается легко. Сейчас пойду, наверное, может быть, коробочку возьму еще. Потому что могут эти штучки у нас... Так. Куда? Вперед. Куда ее выдергивать? Видимо, придется немножко отогнуть вот здесь. Потому что так просто она не вынимается. Через что? Вот здесь, если вынется, то она вперед пойдет. Но она что-то крепко так сидит. Крепко сидит. Может быть, здесь? О, здесь пошла. Видите? Немножко, когда прикладываешь мозг, то получается. Так. Секунду. Продолжаем. Нам нужно добраться, собственно говоря, до поршня. До поршня. Так. Это не лезет. Вот этот. Вот. То есть откручиваем, снимаем все, что
откручивается. Все это снимаем. Видео длинное, ребята, и по дороге у меня может не получиться. Это видео, в общем-то, для тех, кто не спешит, чтобы не было претензий, что ой, как нудно, ой, как это. Это для рассматривания долгими зимними вечерами, когда вам нечего делать. Вот. А не для тех, кто по-быстрому хочет раз и отремонтировать бензопилу. Я же вам сказал уже честно, что я не особый специалист. Но вот я нашел там в цилиндре такая штука торчит, которая царапает поршень. Вот в прошлой пиле у меня так было. Я ее сточил и надеюсь, что она проработает несколько дольше. Потому что все это сделано, конечно... Опа! Вот оно. Вот оно. Так, это случилось, ребята. Винтик все-таки упал. Но на этот случай у меня есть вот такой магнит от колонки. Сейчас попробуем его найти. Так. Нашли винтик. Так, может быть, еще будет падать. Так. Дальше что? Дальше еще одна штуковина. Вот здесь при разборке прошлой пилы, ну они должны быть одинаковые вообще-то. У меня мне понадобился вот такой вот очень длинный шестигранник. Без него не получалось что-то там такое. Что-то там такое не получалось. Оп. Ну что, поехали? Или не поехали? Наверное, где-то еще какой-то винтик есть. Так, это что? Это, по идее, должен быть воздушный фильтр. Что-то он не вытаскивается. Хотя должен, по идее, вытаскиваться-то. Вытащился. Куда он денется? А там он, видно, заслонка. Судя по всему, воздушная. Сейчас подергаем. О, точно она. Вот мы ее дергаем. Открыто, закрыто. Значит, выдернутая на себя закрыта. Так, дальше. Теперь дернется кверху. Не дергается. Видимо, мешает свечка. А свечку цыгане дали свечной ключик. Свечку, кстати, не затягивайте слишком сильно, потому что потом проблема. Ну что, я не открутил? Казалось бы, все. Ах, вот, вот два. Сейчас мы их тоже тогда открутим. Надо, конечно, коробочку принести. Без коробочки не очень хорошо. А вот эти затянуты были совсем чуть-чуть. Видимо, торопились ребята. У меня вообще такое ощущение, что они сами здесь собирают из каких-то запчастей. Ну, видимо, чтобы таможня получше проходила. Но так быстро, быстро они и ловко это делают. Заодно я вам как бы и методику показываю. Это не для каких-то профессионалов, а для обычных людей все это делаю я. Так, добрались.
Теперь нам нужно снять вот эту штуку. Можно ли это сделать, не снимая карбюратор и прочее? Глушак, наверное, придется открутить. Вот этот черный, это глушитель. Так. А здесь, чтобы его открутить, нужны гаечки. Так, сбегаю за ключами. Секунду. Ну вот, головочка нашлась. Восьмерка оказалась. Крутить ее, конечно, как всегда, нечем. Ну, вот, попробуем отвертчикой провернуть. Потому что мне тут одни орлы сломали крутилку. Ручку вывернули. Ну, слава богу, открутилась. Вам видно там, интересно? Наверное, видно все-таки. Так, вот эту штуку снимаем. Ага, вон еще два шестигранника. Вот здесь вот. О. Видите? Сейчас их тоже открутим. Я надеюсь, что после этого глушак снимется. Оба, хорошо прикрутили, надо сказать. На совесть. Так. Ну, эта штука не очень сложная, да? Вот бензопила. Поэтому маловероятно, что мы перепутаем. Болты здесь короткие, там длинные. В случае я видео пересмотрю. Оба. Видите, какие шпилечки торчат. Они заходят в рубашку цилиндра. Оба. А эта пила хорошая. Ее не надо ремонтировать. Вот там, в той пиле, вот здесь вот торчал зуб, который оставлял на цилиндре следы. А здесь нету этого. Отличная пила. Ничего себе, цыганочка. Так, вот посмотрим еще немножко. Чертит он там или не чертит? Ну, практически не чертит. Можно пальцем попробовать. И вот я тогда снял, да, вот эту штуку, цилиндр, и там зашлифовал руками. Ну, в смысле, оба выпало. Оказывается, оно снимается. Зашлифовал все. Ну, чуть-чуть какие-то следы там остаются. Вот здесь торчал зуб прям. И он чертил по цилиндру. Прекрасная пила. А есть ли там кольца? Очень интересно. Может и не быть. Заодно посмотрим. Даже кольца есть. Обалдеть. Ну, ребята, я тогда вам расскажу вкратце, что происходит. Вот длинным шестигранничком, вот так вот, снимаем цилиндр. Прошу прощения. Да, цилиндр, все правильно. Снимаем цилиндр, он с поршня легко соскальзывает. Вот здесь его придется, правда, отцепить где-то. Вот здесь. Карбюратора. Как это сделать? Слушай, а может это дура в карбюраторе торчит? Может все-таки снять? Потому что не исключено, что здесь нету в этом окне, а в том окне есть. И там-то оно и чертит. Ну что? Попробуем, да? Давай попробуем. Ладно, уговорили. Чтобы пальцы не рвать, можно. Тут еще главное шестигранник не свернуть, кстати, птичка. Так, а вот так не дотянется.
Так не дотягивается. Неудобно. Длинной стороной придется. Длинной стороной? А следовательно, у нас маленький рычаг. Так, какую-нибудь трубочку поменьше. Так. Не хочет. А слишком сильно нажимать неохота. Сейчас пойду поищу какую-нибудь трубочку и вернусь к вам. Вот. Нашел трубочку. Ну и пока вас не было, попробовал, подергал. Как бы что-то оно не откручивается. Тихонечку тянем, чтобы не вывернуть все это. Да и шестигранник не сломать. Не очень. Но зато я посмотрел. Вот это вот какая-то резинка здесь надета. Видимо, нужная вещь. Посмотрел, тут вроде бы не так уж много снимать всего. И особо не переломаешь. Я подумал, а не снять ли нам карбюратор? Давайте попробуем. Здесь вот длинный шестигранник. Пойдет. Открутится или нет? Оба, а он легко откручивается. Потому что там, видимо, пластик. Поэтому легко пошел. Хорошо, пила чистая пока, легко разбирается. Так. Опа. Одна запчасть упала вовнутрь. Это распространенный вариант. Вот этот теперь откручиваем, да? Болтик. Винтик, если быть точным. Ну этот-то мы сможем вынуть. Это чуть подлиннее. Туда подальше кладем. Так, дергаем. Где-то еще что-то. А нет, все вроде бы. Теперь вот здесь вот как-то нужно. Видимо, придется трубочку снять. Вот эту. Она не так-то просто снимается. А вот с этого она снимется. Давайте посмотрим. Если она здесь снимется, то вообще все будет шоколадно. Нет, не лезет. Не лезет. Так. А вот здесь она зажата. А, она сдвигается. Раз сдвигается, то значит мы ее снимем легко. Текс. Тихонечко сдвигаем эту стяжечку. Хомутик такой. Главное, чтобы он резинку нам не прорезал острым краешком. Поможем отверточкой. Нам же главное еще сохранить это все более-менее в целом состоянии, чтобы потом не пришлось всякие запчасти искать. Так. Ну и что теперь? Теперь снимется? Или где-то еще болтик есть? Такое ощущение, что нет. Попробуем. Ага, вот оно что, Михалыч. Вот здесь вот тяга, которая идет вот отсюда. От курка. Сейчас посмотрим, что там. Вот мне пришлось положить так, чтобы вам было не видно, а мне видно.
Ну и как? Так, ну эту снимем, да? Она снимается легко, чтобы не мешалась. А вот эту? Ну не от крюка же ее отстегивать. И все, вся эта волокита для того, чтобы заглянуть во второе окошко, вот, которое к карбюратору подсоединяется. Тут-то на выпуск идет, а там на впуск. Так. Ну что, отверточкой помочь? Где у нас отверточка? А там эта байда прикручена. То есть она у нас сейчас не снимется. Не снимется. Чтобы ее снять. Так, что там? Чтобы ее снять, нужно что сделать? Что-то мощное такое устройство-то получилось. Не верю. Не верю, что не откручивается. Карбюратор должен сниматься полюбас. Так, давай трубку для начала вытащим. Бензинчик через нее идет. А мы бы, кстати, и цилиндр бы не сняли до тех пор, пока не открутили бы вот эту вот байду. А вот эта байда, вот здесь вот, видите, это болт, который прикручен к цилиндру. Так, это что я? Это вот, вот здесь стояло. Видимо, нужная вещь. Так, тоже сюда. Последовательно так. А вот не было ли здесь второй? И куда она у нас делась? Хорошо, если вовнутрь провалилась. Так. А вот вторая трубка. Вот вторая. Вторую тоже аккуратненько снимаем. Тянем пальцами. И одновременно чуть-чуть отверточкой. Ну, когда у человека рука набита, да, то он, конечно, все это делает быстро и расчленяет любую бензопилу за считанные минуты. У нас, конечно, это экспериментальная бензопила. И поэтому мы делаем это медленно и печально. Вот оно на резинке болтается, а вот эта тяга не дает это выдернуть. Ну и чего, не половинить же ручку. Как-то мне неохота половинить ручку. А если не половинить, то, видимо, я что-то не сниму. Во, нашел. Нашел. Вот здесь вот два шестигранничка, да? И если я откручу, то что произойдет? Сейчас посмотрим, что произойдет.
Заодно и болтик достанем. Винтик. А может быть, это располовинится карбюратор? И все, и больше ничего не произойдет. Так. Не хочет. Нет выноса. Как хорошо, что снимаю на видео. Хоть посмотрим, была с той стороны такая штуковина или нет. Оба. Точно. Это половинка карбюратора. Оба. Так. О, все. Карбюратор, можно сказать, снят. Теперь его можно вынуть. Чтобы у нас, чтобы туда можно было заглянуть. А вот как его вынуть? Я предполагаю, что не спеша. Немножко потрясем сейчас. И может быть он снимется. С этой тяги. Оба. Снялся. Теперь у нас есть практически. Тут у меня птицы летают. Теперь можно заглянуть вовнутрь. И что мы видим? Так, за что дергать-то, чтобы. О. Что мы видим? Что там никаких зубцов нету. Оба. Вот эта штука, видимо, нужная. Никаких зубцов нету. Или есть? Есть один зубец. Есть один зубец. Нет, это не зубец. Или зубец? Зубец. Но он почему-то, уж не знаю, в каком месте рубанулось видео, но мы открутили пару болтов и спокойно вытрясли карбюратор. Они там пластик держали. И вон, мы теперь смотрим вовнутрь, и кажется, что там все-таки торчит этот зуб. Мы сейчас вот дергаем. Чтобы поршень нам как бы показал. О, есть там этот зуб. Но он почему-то, в отличие от той пилы, которая была у меня раньше, ничего не чертит. Не чертит. Потому что на зеркале цилиндра я не вижу рисок. То есть весьма вероятно, это я фонариком туда свечу, проку не очень много, а может быть и будут риски. Ну, давайте сейчас подергаю чуть-чуть и посмотрю, нарисуются или нет. Я когда брал эту штуку-то, да, я попросил ее сразу же заглушить. То есть весьма вероятно, что просто не успели нарисоваться. Ну, там буквально чуть-чуть дал и все. Но вот в прошлой пиле риски были очень четкие. То есть они сразу были. А вот здесь вот этот зуб в этой пиле. Не рисует ничего. Поэтому я его стачивать не буду. В общем, будет, если задача. Мы еще раз с вами разберем пилу. Да? Снимем вот эту вот штуку. А ее снять осталось очень просто. Вот эти. Раз, два, три, четыре.
открутить, и он прям с поршня снимется. И я предполагаю, что целиком вот с этой вот даже. Может, мы ее и зря откручиваем. А, нет, не зря. Если он целиком, то от рамы-то надо открутить. Так, теперь наше дело осталось вытрясти. Так, фонарик. Вытрясти то, что мы туда уронили. Ничего себе, птички летают. Вот куда мы уронили? Что-то мне не хочется снимать этот. Ну, где он? Не хочется снимать стартер. Там можно пружинку распустить легко. Поэтому я попробую как-нибудь так достать. Мне света не хватает, чтобы увидеть. Так. Внутри пилы темно. Ничего не вижу. Может, он вот в эти куда-нибудь залез? Нет, ничего такого не слышно. Ощущение, что он вот тут прям. Где-то. Нет? Нет, здесь ничего не может быть. Так, а если целиком перевернуть и потрясти? Нифига себе сборка, да? Оплавленное что-то. Лобзиком, что ли, вырезали пластмассу? Слушай, он перестал. Боюсь, что придется снимать стартер. Секунду. Снимаем стартер. Куда же деваться? У нас там болтик где-то. Вот сейчас, если не распустим пружину. Так, это что? Не получается. Вот так попробуем. Оп. Сорвали. А когда затягивать, нужно крест-накрест. Ну, это вы, наверное, в курсе. Все-таки вы же не воспитатели детского сада, скорее всего. А худо-бедно инженера, программисты и прочее. Вот. Сейчас может произойти распуск пружинки. Это нежелательно. Нежелательно две вещи. Словить в морду. Я никогда не снимал на бензопиле стартер. Да? Поэтому это у меня просто предположение, что это может произойти. Так. Секунду. Выключить холодильник. То как-то уж слишком громко они трещат. Так, где-то у меня была магнитка. Вытащится.
не вытаскивается магнитки. Вот так. Вытащился. Так. Господи, вон и вернули-то. Я один остался. Слушай, магнитится прокладочка-то, видимо, с металлом внутри. Так, оба, это, видимо, тот самый болтик, за которым мы лезли, вот он, и вот от этого, слушай, удалось снять его и не распустить, ха, а он просто снимается-то. Так, и какую-то пластмасску мы, может быть, потеряли, а может быть и нет. Я потом на видео посмотрю, была она или нет. Это пластмасска. Но на всякий случай смотрим вовнутрь. Ну и пока ничего не находим. Ура! Мы практически все разобрали, осталось собрать. Вы, наверное, хотите поржать нам надо мной. Соберу я это обратно или нет. Но... я не буду вас мучить, потому что это может времени занять больше, чем разборка. И покажу вам уже, может быть, покажу, если соберу. И если не соберу, может и флешка кончится, и батарейка, и все что угодно. Может быть, покажу вам окончательный результат. А пока, на всякий случай, я говорю вам пока, смотрите наши следующие видео. Как видите, собрать ее удалось, не без проблем. Перепутал вот здесь вот, точнее нет, вот здесь должны быть более-менее длинные винтики, а я их засадил вот сюда. Ну, выкрутил, ничего, нашел. Правда, разбирал еще раз, но это как обычно. Ну вот, собственно, и все. А заводить будем уже в другом видео. Ну все, пока смотрите наши новые, наши другие видео.